Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу поговорить с Алексеем Викторовичем Насоновым? Вы записывались? Да. Мария Анатольевна Кравцова. Подождите, пожалуйста, минутку, я уточню. Мне побыстрее. Минутку, пожалуйста. Алексей Викторович, клиентка Кравцова Мария Анатольевна. Проси. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, Мария Анатольевна. Присаживайтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Я вас внимательно слушаю. У меня пропала дочь. Лена. Елена Кравцова, 19 лет. Я не знаю, где ее искать. Короче, мы обзвонили все ее номера, которые нашли в записной книжке. Никто ничего не знает. Или не хотят говорить. Она у вас училась или работала? Я даже не знаю, где она работает. Как интересно. А почему она вам не говорила, где работает? Молодежь. Знаете, они сейчас больше всего на свете дорожат своей независимостью. А когда она пропала? Позавчера. Мы серьезно поругались, и она ушла. А какой был повод? Из-за чего вы с ней поругались? Знаете, я переживаю еще и потому, что она... В общем, дочь призналась мне, что она на третьем месяце беременности. Кто отец ребенка, говорить отказалась. А у вас какие-то предположения есть, кто может быть отцом ее ребенка? Ну, с кем она общалась? Предположения. Вот. Все предположения. Это... А кто это? Молодой человек, Виктор. С ним она встречалась в последнее время. Знаете, я пыталась с ним поговорить. Он категорически все отрицает. Говорит, что знать ничего не знает, и что уже давно не видел Лену. А вы знаете, где этот Виктор работает? Парковщиком на автостоянке. Я могу показать здесь недалеко. Хорошо, хорошо. Мы займемся поисками вашей дочери. Фотографию пока оставим у себя. Да, конечно, конечно. А парковка недалеко. Ну, давайте сейчас съездим туда, вы покажете это место. Да. Сейчас, секундочку. Иван, это я. Подъезжай сейчас на парковку. Запоминай адрес. Улица Юности, дом 45. Запомнил? Давай, встречаемся там. А это вот эта стоянка? Да, я уверена, что это. Тот молодой, да? Молодой человек, мне кажется. То есть здесь он работает? Есть он. Вы знаете, вы поговорите с ним, а я, наверное, поеду домой, потому что я... Боюсь, вдруг дочь будет звонить, а меня дома нет. Хорошо, хорошо, мы сами да? с ним поговорим. Удачи, до свидания. До свидания. Здрасте. Здравствуйте. Мы хотели спросить у вас, парковщик такой, Виктор зовут, работает у вас? Да вот он. Вон тот, да? Да. Эй, подожди, надо поговорить с тобой. Да подожди, ты, мы поговорить хотим просто. Ваня, открой. Вставай, вставай. Да чего ты боишься? Да не бойся. Ладно, ладно, мужики, сдаюсь. Я все понял. Я деньги отдам. Какие деньги? Что? Вопрос хочешь со мной поиграть? Чтоб никогда хватит издеваться. Напомнишь своему дружку, что деньги мы договаривались. Я в среду должен отдать. И передайте, что пугать меня не надо. Не надо пугать. Пуганы уже. Да это видно. Но бегаешь ты плохо. Слушай, мы ищем девушку Лену Кравцову, знаешь ее? Фу. Я думал, вы долг пришли из меня выбивать. Лена Кравцова пропала. Ты не знаешь, где она? Ленку? Ну, знаю. А что, она действительно пропала? Ее мать ко мне послала, да? А вы разговаривали с ее матерью, с Марией Анатольевной? Да она вчера приходила ко мне. Я думал, она в очередной раз панику подняла. А что, раньше уже такое бывало? Да бывало, бывало. Ленка вообще человек непредсказуемый. С предками постоянно ссорится. Могла уехать куда-нибудь и им ничего об этом не сказать. А где она сейчас, может быть, не знаете? Ленка-то... Ну, мы с ней вообще давно не общаемся. Расстались, как говорится, знакомыми. У нее новый парень.
Вадим. А что за парень? Где его можно найти? Вадим? Да мажор какой-то, не из моей компании. Где найти, не знаю. Никогда этим не интересовался. Я вообще не ревнивый. А Лена где работала? Ленка-то? В гостинице работала. Администратором. Тут на Беляева недалеко. Вон туда пойдете. Да знаем, знаем. Ладно, так, все. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. А могу я поговорить с вашим администратором Еленой Кравцовой? Вы знаете, ее уволили. Она уволили? Больше не работает, да, здесь. Как? За что? Мне очень нужно с ней поговорить. А кто мне может в этом помочь? Поговорите, пожалуйста, с нашим управляющим Сергеем Александровичем Смирновым. А где его можно найти? Пройдите сюда, последняя дверь по коридору, третий кабинет. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Сергей Александрович? Да. А я к вам. Я частный детектив Алексей Насонов. Чем могу быть полезен? Прошу. Можно? Спасибо. Я к вам по поводу Лены Кравцовой. Лены Кравцовой? Да. Она у нас больше не работает. Я ее уволил. А вы в курсе, что Елена Кравцова пропала? К нам обратились ее родители, они ее ищут. Нет, не в курсе. Может быть, она с друзьями? Такая девушка. Честно говоря, когда я ее брал на работу, я был о ней лучшего мнения. Ну вот, в общем, где она, меня не волнует. Вас наняли ее родители? Да, да. Ну, не повезло им. А что вы имеете в виду? Лена сама создала себе проблемы. И в том, что она не работает у нас, в этом только ее вина. А что за проблема и какой был повод для увольнения? Повод, ну, банальный повод. Лена мне сразу не понравилась. Она как-то себя повела не очень хорошо. Она начала кокетничать со мной, пыталась во всяком случае. Но я все-таки взял ее на работу, зная, что ей эта работа очень нужна. Ну, а потом выяснились кое-какие обстоятельства. Какие же? Она спуталась с постояльцем. И я думаю, это был не единичный случай. А что за постоялец? Как его зовут? Вы могли бы сообщить нам его данные? Ну, данные-то есть, я сейчас не помню. Звали его Владимир. То ли Кирьянов, то ли Колыванов. Минуточку, я у девочек сейчас узнаю. Девочки, дайте мне, пожалуйста, данные. Вчера от нас отбыл господин Владимир, то ли Кирьянов, то ли Колыванов. Ага, Колыванов. Колыванов. Далее. Город Сочи. Ага. Сочи. Так, Приморская. Ага. Так, да. Все. Спасибо. Спасибо. Так что, я так думаю, что наша Лена отбыла со своим любовником в город Сочи. Море, солнце. Ну, сами понимаете. Ну, знаете, на самом деле, расследование покажет. А вам спасибо большое. Да не за что. Не за что. Я вам вот что еще скажу. Вы за Лену-то не беспокойтесь. Лена себя в обиду не даст. Мне нужно с тобой поговорить. Ты же видишь, я... Это срочно! Ну все, спасибо, Сергей Александрович. Не буду вам мешать. Вы нам очень помогли. До Всего свидания. Доброго. К нам обратилась Мария Анатольевна Кравцова, у которой пропала дочь Лена. Накануне Мария Анатольевна поссорилась с дочерью, узнав, что та беременна. Лена ушла из дома. Мария Анатольевна рассказала нам, что Лена встречалась с парнем по имени Виктор, который работает парковщиком на автостоянке. Мы поговорили с Виктором и выяснили, что Лена теперь встречается с неким Вадимом, который устроил ее на работу в гостиницу своего отца. Я отправился в эту гостиницу. Управляющий Сергей Смирнов сказал мне, что он уволил Лену. Когда я уходил, в кабинет ворвался сын Смирнова Вадим.
Ваня, настройте микрофон. Ага. Тут управляющий что-то скрывает, я прилепил мужичок прямо под стол. Настраиваю. Давай, давай. Алло, Семёныч, привет. Слушай, не службу, а в дружбу. А проверь, пожалуйста, брала ли билет на Сочи некая такая Лена Кравцова. Да за мной не заржавеет. Да, хорошо, посмотри, пожалуйста. Давай. Готово. Что случилось? Почему ты врываешься ко мне в кабинет? Ты ведешь себя неадекватно. Это ты во всем виноват. Это все из-за тебя случилось. Что случилось? Хватит шуметь, ничего не случилось! И зачем я только Ленку устроил к тебе? Ты специально поссорил нас! Да! Слава богу, что эта Лена теперь уже в прошлом! Она тебе не пара! Я ее люблю! Что ты понимаешь? Ты мне больше не отец! Вадим, вернись! Да, вовремя микрофон поставили, Алексей Викторович. Опа, а вот и наш мажор идет. Алло. Здравствуйте, Лена не появилась? Она не звонила? А это ее друг с работы. Да, я звонил с утра. Кто? Извините, это не важно. Здравствуйте. Пиво. Спасибо. В машине оставайтесь, я пойду поговорю с Вадимом. Вадим, Вадим, а можно с вами поговорить? Кто вы? Мы знакомы? О чем мне с вами говорить? Я Алексей Насонов из детективного агентства. Мы по просьбе матери разыскиваем Лену Кравцову. Хотел бы с вами поговорить в спокойной обстановке. Да, конечно, конечно, я... Расскажу вам все, что знаю, но на самом деле не так много мыслей у меня. Вадим, а давайте пройдем в наш офис, и вы там поделитесь своими мыслями. Там спокойно, сейчас поговорим и все обсудим. Вадим, как вы считаете, куда исчезла Лена? Я не знаю. Я сам ее ищу, и, по-моему, причина в моем отце. А почему вы так считаете? Ну, если говорить с самого начала, я знаю Лену давно. Это я привел ее в гостиницу и устроил на работу к отцу. И после этого начались все неприятности. А что за конфликт произошел у Лены с вашим отцом? Почему он ее уволил? Ну, потому что он был против наших с Леной отношений. Он придумал про нее грязную историю, как будто бы она путается с постояльцами. Но я в это не верю. Я знаю Лену, я люблю ее. То есть вы полагаете, что Лена не уезжала из города? Я не знаю. Может быть. Одна горничная из гостиницы сказала, что Лена и мой отец, ну, вы понимаете. То есть что, у них были близкие отношения? Я в это не верю. Угу. Понятно, Вадим. Хорошо. Если вдруг вы будете располагать какой-либо информацией... Если вы тоже... Вы звоните. А если я что-то узнаю, я позвоню вам. Спасибо. Вот визитка, там телефон. Да, Андрей Семенович, это я. Что? То есть билет она не брала? Хорошо, хорошо, спасибо. Это в рамках моей версии. Спасибо. Пока. Что у тебя? Значит, я привезла запись. Думаю, будет очень интересно послушать. Ну, если интересно, давай послушаем. Да. Опять ты. Я и не надеялся, что ты оставишь меня в покое. Я же просил не звонить мне. Что у тебя опять случилось? Лена, да сколько можно? Неужели недостаточно той суммы, что я оставил тебе в прошлый раз? Да я понимаю. Что осложнение, но и ты пойми меня.
У меня нет станка для производства денег. Той суммы хватило бы на лечение 10 человек как минимум. Ты можешь мне пообещать, что это будет последняя твоя просьба ко мне? Ну хорошо, сколько? Всего-то. Ладно, я приеду сегодня вечером. Но запомни хорошенько, это в последний раз. Вот, после этого разговора он попросил секретаршу больше его не беспокоить и сказал, что на сегодня его рабочий день закончен. Да, интересно. А где Иван сейчас? Иван продолжает следить. Знаешь, поедем сейчас, присоединимся к Ивану. Я думаю, что мы близки к разгадке. Что с ней могло случиться? Может быть, он ее избил? Ну, например, у них была связь, а она стала его шантажировать. Или влюбилась и требовала, чтобы он ушел из семьи к ней. С другой стороны, сын у него уже взрослый. И, как назло, влюблен в ту же девушку. Да, не повезло парню. Будем надеяться, что с Леной не произошло ничего серьезного. А если да, то папаше все-таки от ответственности не уйти. Я прослежу за этим. Алексей Викторович, объект проследовал машину. Я буду сообщать вам, где нахожусь. Понял, понял тебя, Вань. В гостиницу не едем. А на каком ты шоссе сейчас? Хорошо, мы постараемся догнать и присоединиться к тебе. Главное, чтобы Смирнов не обнаружил слежку. Да не, не обнаружит. Ваня у нас профессионал. Все, я пойду за ним. Вы оставайтесь в машинах, если что, я дам вам знать. К нам обратилась Мария Анатольевна Кравцова, у которой пропала дочь Лена. Мы поговорили с Виктором, бывшим парнем Лены, и выяснили, что он расстался с ней. И теперь Лена встречается с неким Вадимом, который устроил ее на работу в гостиницу. Управляющий гостиницей Сергей Смирнов сказал мне, что он уволил Лену. Также выяснилось, что сын Смирнова, Вадим, в чем-то подозревает отца. Поговорив с Вадимом, я узнал, что у Лены, возможно, был роман со Смирновым-старшим. Затем моя помощница привезла запись телефонного разговора Смирнова с Леной. Она требовала у него деньги и назначила встречу. Похоже, мы близки к разгадке. Остается только проследить за Сергеем Смирновым, и он сам приведет нас к Лене. Так, гинекология. Все понятно. Видимо, речь идет об аборте. На третьем месяце довольно рискованно. Возможно, Смирнов на нее серьезно надавил. Или откупился. Сейчас-то все и узнаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. А где у вас здесь лежит Лена Кравцова? Я ее дядя. Она в 38-й палате, но у нее посетители. Оденьте, пожалуйста, халат. Хорошо. Здравствуйте, Лена. О, Сергей Александрович, все в сборе. Лена, что ж вы так застали попереживать свою маму? А вы здесь откуда? Что вы здесь делаете? Сергей Александрович, а почему вы скрывали, что знаете, где Лена? Это не ваше дело. Ну, как сказать? Вы кто? Вы из милиции? Нет? Ну, тогда я сейчас вызову своего адвоката. Да успокойтесь, вы успокойтесь. Ничего же страшного не произошло. Я не понимаю вообще. Оставьте нас в покое. У нас очень важный разговор. Лена, что ж вы так со своей мамой заставили нервничать? Вы бы ей позвонили. Лена, я не понимаю вообще, что здесь происходит. Ты знакома с этим человеком? Нет? И в чем дело? Я что, должен вызвать сейчас охрану, чтобы вас отсюда убрали? Что ж вы маме-то не позвонили, Лена? Передайте маме, чтобы она не беспокоилась. Да вы бы лучше ей сами позвонили бы. Я не успела позвонить. А что вам помешало ей позвонить? Ну все, мое терпение кончилось. Я вызываю охрану. Лена, вот моя визитка. Позвоните, как только сможете. До свидания. Договорились? Да. В общем, все могло быть гораздо хуже. Я надеюсь, ваша дочь поправится. Я тоже на это надеюсь. Хорошо, хоть она нашлась. Да, знаете, толком мы поговорить с ней в палате не смогли при этом управляющем гостинице при Смирное. Когда она мне позвонила, у меня просто камень с души упал. Но самое главное, что она жива. Все остальное не важно. Она в хорошей клинике, Смирнов ей оплатил все лечение. В общем-то, она же из-за него туда попала. Господи, это какой-то кошмар, ужас. Аборт. Бедная моя девочка, знаете, она же... Она мне говорила, что начальник собирается зарплату ей повысить, и что ее готовят там на какую-то стажировку в Италию. А на самом деле вот оно как все вышло. Да, невеселая история. Вот тебе и служебный роман. Спасибо. Спасибо вам огромное за то, что помогли найти ее. До свидания. До свидания. Лене привет передавайте. Обязательно. Всего хорошего. До свидания. Алексей Викторович, а что же вы не сказали матери, что Лена шантажировала Смирнова? Да, в общем, там, я считаю, не было никакого шантажа. Молодая глупая девочка попала в неприятную историю. Сама занервничала, запсиховала. Не, шантажа точно не было. Смирнов тоже хорош. Воспользовался служебным положением. Ну да, своя голова должна быть на плечах. Вот то, что своей головой надо думать, вот это вот правильно.